Всем здравствуйте! После моего видео с лайфхаками многие писали комментарии про то, как я плохо обращаюсь со своим котом. И поэтому сейчас я покажу вам 10 способов сделать вашего домашнего источника милоты счастливым. Первый способ. Если ваш кот достал вас, выкиньте его из окна. Отведите вашего кота на какую-нибудь секцию. Например, борьбу. Ну или научите вашего кота играть на скрипке. Скорее на смычке. Ваш код будет на 9 квинтиллионов, 828 квадриллионов, 685 триллионов, 349 миллиардов, 563 миллиона, 739 тысяч, 465-м небе от счастья, если вы нальете ему молочка. В сценарии, правда, так написано. Ну или чего-нибудь покрепче. Ваш кот будет безумно рад, если вы его помоете. Шутка. Ну и конечно, вы можете покормить котейку самой вкусной едой. Томас почему-то есть не хочет. Ну и ладно. Если вам понравилось видео, значит видео понравилось вам. Да ладно! Короче, набираем 30 лайков, и я делаю видео, где я маленький. Пока. Рёх-рёх. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Just a little bit of. Cadillac, Cadillac, pop that trunk. Let's take a shot, all of you that don't. Tired of working at 9 to 5. Well, baby, let me come and change your life. Hot damn it, woo. Your booty like 2 planets, woo. Go ahead and go ham sandwich, woo. Boy, I can't stand it. Big fat butt. Oh, yeah. Wiggle, wiggle, wiggle.